В родном городе он всего 3 года ведет уроки русского языка и литературы. Однако, несмотря на такой скромный стаж работы, смог обойти соперников в главном педагогическом конкурсе страны. Молодого учителя в своем микроблоге поздравил Вениамин Кондратьев. Глава региона отметил, вдвойне приятно то, что Александр Шагалов сам выпускник Армавирского вуза и пример кубанской молодежи. Учитель года 2016 наш. 26-летний Александр Шагалов преподает русский язык и литературу в школе номер 7 Армавира. Поздравляю с победой! Вдвойне приятно, что филолог и поэт Шагалов сам выпускник Армавирского вуза и пример кубанской молодежи. Работает на родной земле. Ждем победителя дома! Награду в Кремле Александру Шагалову лично вручила вице-премьер Ольга Голодец. Всего же в конкурсе участвовало 85 учителей из всех регионов страны.